Привет, ребята! Сегодня у нас в обзоре будет русский Трезор. Ну что, ребята, начнем с предыстории. Раньше, в советское время, многое что бралось и заимствовалось с Запада, да? Они просто брали это все, привозили в Советский Союз, и в Советском Союзе это делали, именно собирали, и потом это под другим брендом. И чуть-чуть, может быть, это все улучшали. Много таких примеров есть, я сейчас не буду это перечислять. Да, многие из вас скажут, что такого не было, но единственный пример я вам скажу – «Жигули». Взяли, привезли Fiat и стало Жигули, до сих пор выпускают по той же модели, ничего там не изменилось, по-моему, семерка там и так далее. Ну, сейчас, по-моему, семерки уже не выпускают, 0.1 и так далее. Ладно, опустим машину. Вчера, когда я был вот на этом криптометапе, да, в Тбилиси, там были люди, и они сказали, мы из компании Trezor Mini. Сначала я подумал, ну, чуваки из Trezor, вот у меня есть как раз два Trezor, думаю, давай к ним подойду. Потом, когда они сделали свою презентацию этого всего, оказалось такое, что я понял, что они вообще никакого, и это, как называют, не имеют к Трезору вообще никакого отношения, да? Но я подумал, окей, ладно, хорошо. Если они не имеют к Трезору никакого отношения, то в этом случае, значит, как это у них получилось, и они потом начали это объяснять. Они просто взяли вот этот Trezor One, скопировали его код, записали его сюда, выпустили свою плату и так далее. И одним словом, они сделали точную копию Трезора, но собирают это все они сами при этом и делают это все в России и на своем заводе маленьком, да. Такой вариант, да, это точная копия, и самый прикол в нем то, я его еще не раскрывал, не включал, ничего не делал, он, видите, запечатанный у меня еще даже, да, в пленочке и так далее. Самый прикол в этом во всем то, что он работает от софтвера, от программ Trezor, он подключается через него, к MyTrezor Wallet подключается тоже через трезоровские это приложение и так далее, и, как они сказали, при запуске он тоже пишет, что это Trezor. Одним словом, это просто копия, и это, как они добыли ПО и так далее, да, они это не сказали. Ну, это само собой понятно, что они бы это не сказали, но я предположил, как это могло произойти в Грузии. В Грузии как такое происходит, ты приглашаешь человека в ресторан, вы сидите, бухаете, выпиваете, то есть кушаете хинкали, и в конце вечера один другому говорит: «Слушай, Гиви, ты работаешь там в большой IT-компании, давай мне, вы там писали какую-то программу, дай мне ее посмотреть». И он ему дает, и потом появляются, ну, не они, а появляется очень много копий разного софта, да, там закончили с этим. Мы поняли, ребята, одно, что... И этот Trezor Mini похож на Trezor. Точная копия вот этого кошелька. Сейчас давайте его распакуем и посмотрим. Что это вообще такое, да, ребят? Возьмем наш маленький ножик для распаковок, который мы всегда используем, ребята. И давайте распакуем его. Давайте вот так. Опа. Это сюда. Опа. Ладно. Да, кстати, фирма, которая выпускает этот Trezor, как бы, ну, не было это иронично, называется Буратино, ребят. Буратино Solutions. У них нет своей программы для этого Trezor и нет своего веб-сайта. Они его продают только через дилеров, да. Они не продают его напрямую, только через дилеров. И цена у него, они сказали, в два раза дешевле, чем Trezor One. Одним словом так. Давайте сейчас его раскроем, посмотрим, на что он способен. Здесь, ну, мы видим, тут красуется Made in Russia, сделано в России. Fully supported on Trezor IO platform. Это типа он с ним совместим. И тут increased anti-hack у них есть, waterproof и lease on site. Он водонепроницаемый, они говорят, и чуть меньше в размере. Давайте сейчас его откроем, посмотрим. Вот здесь такая гравировочка у них, вот этого всего, Trezor Mini. Ну, как бы так сказать, коробочка нормальная.
Давайте откроем и посмотрим, что это вообще такое. Окей. Ну, начнем со шнурка. Точно такой же, как у Трезора, но у Трезора, ну, по размерам, я хочу сказать, ребята, по размерам он точно такой же. Но все. Комплектация у Трезора идет еще бумажки к этому ко всему. И бумажка, где вы записываете свои сид-слова. Здесь такого нету. Но зато есть вот сам этот кошелечек. Он выглядит вот так, ребята. Вот так он выглядит. Trezor Mini тут написано. Если присмотреться к его логотипу, да, тот же самый логотип, как и у Trezor простого. У нас вот так вот тут, вот здесь видите. Тот же самый логотип, тот же самый шрифт, только поменьше, и добавлено слово Mini. Дисплей у обоих, ну, у Trezor One чуть побольше. Здесь он чуть меньше. Окей, ладно, по размерам, ну, можно сказать, да, он чуть-чуть меньше, ну, не чуть-чуть, на процентов так, сколько, 25 меньше, чем Trezor One, этот Trezor Mini. Кнопочки, да, ощущения, да, нажатия. Ну, и там одинаковые. Надо его сейчас запустить, посмотреть. В комплекте у нас идет только вот эта штука и вот эта штучка, кошелечек, да, больше ничего не идет. У Trezor One идет вот такая штучка, видите, там, чтобы его можно было вешать, да. Идет кабель, идут вещи, где ты записываешь сид-слова, идет коробочка чуть побольше, да, там и так далее. И одним словом, комплектация чуть-чуть, ну, богаче, чем здесь, например, да. Давайте сейчас его запустим, посмотрим, что и как он может из себя предоставить, да. Давайте, ребята, я его вот подключил. Давайте сейчас его протестим и посмотрим, как он это все отображается, да, у нас. Вот. Как бы его так поднять, чтобы вы тоже видели, да. Вот он. Тут он нам говорит, что, пожалуйста, посетите вот этот сайт. Это у нас Trezor.io.start. Заходим. Trezor.io/start. Просто интересно, как это все будет отображаться и так далее. Здесь, наверное, надо будет выбрать Trezor One, да, нам по-любому, и нажимать дальше. Continue the wallet. И install firmware надо нажать, чтобы он поставил на него бы этот бы прошивку, да, видите, он стирает и устанавливает прошивку на него. Как бы так сфокусироваться. Вот так вот. Видите, сфокусировался он, да? И он тут у нас пишет New firmware, you may now unplug your Trezor. Sasus Solid installed. Все. Мы можем его сейчас отключить. Create backup in 3 minutes. Поехали. Я понимаю, я не буду это снимать, я ему говорю. И видите, он говорит. Вот первое слово это cost, да? Второе слово это еще что-то. Lobster, мама, uncle, hobbit. Он пишет все те же слова, как и Trezor простой, да? Сейчас можете не запоминать их, потому что 24 слова. Заново, но это нам надо было записать, ребята. То, что он нас сейчас будет спрашивать это. Do you want to step new pin? Ну ладно, сделаем пин. Какой пин сделаем, ребята? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Пусть будет у нас пин. Нажимаем ОК. И еще заново надо подтвердить. Тут видите? 1, 2, 3. Нет, это 4. Как удалить? Да, вот так. 3, 4. Enter PIN. Все. Continue. Continue. Так, choose a name for your Trezor. Ну, наберем тоже CryptoLeo. CryptoLeo. Confirm. И сейчас заново нам PIN надо ввести. Видите, как PIN у нас тут двоится. 1, 2, 3, 4. Enter PIN. Так, do you want to... Да, хотим переименовать его в CryptoLeo. Continue. Continue. Все. Skip this step. Все. Continue. Все. Наш Trezor Mini
русский Trezor работает, ребята. Если мы сейчас зайдем на My Ether Wallet, да, My Ether Wallet, заходим сюда, и сейчас мы здесь скажем Create a new wallet key, access my wallet, делаем Hardware Wallet, и здесь выбираем Trezor. Continue. И сейчас он у нас должен будет спросить PIN. Нажимаем Allow, Export. Вот кошельки наши. Где ничего нету, можно нажать Access. И все. Видите, ребята, эта штука именно точная копия вот этой штуки, только она чуть-чуть меньше. Ну и экранчик меньше у нее. Название, логотип, все одинаковое у него, все. Ну, короче, одним словом, ребята, это точная копия вот этого. И я не понимаю, как они это сделали, но они взяли точно, скопировали это отсюда вот сюда, поместили вот такую маленькую штуку. У них также они выпускают вот такие варианты, в разных вариантах они могут вам сделать хоть золотой, хоть серебряный, хоть титановый. Они даже делают его из... эпоксидной смолы, и тот, что сделан из эпоксидной смолы, он даже противоударный, и вы можете на нем топтаться и так далее. Вот здесь посмотрите, как это было. Я там сам был в шоке, потому что пластмасса и так далее. Водонепроницаемый, да? Ну, я не знаю, ребята. У меня-то тут есть стакан воды. Я что-то не думаю, что он водонепроницаемый, потому что, ну, порт-то не защищен. Короче, как-то так. Не знаю, ребят. Ну, скажите мне, что мне делать с этим Трезором? Я вообще, знаете, что думаю? У меня есть вот здесь вот Трезоры, Леджеры и так далее, да? Вот такая коллекция у меня кошелечков, да? Сейчас уже, видите, тут у меня уже 5 штук, да? Раз, два, три, четыре, 5 кошельков. Я думаю, если мы дойдем до 20 тысяч подписчиков, да, я, ну, 5 не разыграю, 4 точно разыграю кошелька. Может быть, там и еще, может быть, видеокарту какую-то разыграем. Да, тут у меня есть, да, там, может быть, не топовую, да, но какую-то, да. Но главное дойти до 20-ки нам, да. Так что, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте шер, и, может быть, когда-нибудь выиграем кошелек, когда дойдем до 20-ки. Это чем быстрее будет, тем лучше. Так что так, ребята, ну, я ребятам из Trezor Mini, они молодцы, продолжили старую советскую традицию, не можешь сделать сам, возьми у другого. Ну, я не знаю, они сделали это сам, но программное обеспечение они взяли у Trezor, да. Как Trezor будет на это реагировать, я не знаю, ребята. Будут ли они их за это судить и так далее, я тоже не знаю. Смогут ли они заблокировать эти девайсы, как они, мне говорят представители фирмы Буратино, они не смогут это сделать, потому что тут то все то же самое начинка, как и в Трезоре, поэтому им придется блокировать простые Trezor One тоже. Короче, одним словом, как-то так. Не знаю, не понимаю, но штучка работает, как мы видели, да, там все есть. Стоит в 2 раза дешевле. Русский аналог Trezor One. Ну и через сайт не продается, своего ПО не имеет, и как-то так. Покупать их или нет, я не могу вам советовать. Это вы делаете на свой страх и риск, как и все другие криптокошельки, да. Я, например, пользуюсь, я не знаю, почему-то мне нравится пользоваться вот Trezor One, да. Он маленький и прикольный. У меня есть еще вот этот Trezor, да, сорян, с цветным экраном. Ну, я им не так уж пользуюсь. Есть Ledger, да. На Ledger чуть-чуть неудобно набирать пин, поэтому я Trezor One пользуюсь малюсеньким, да, и хорошо он себя зарекомендовал за то время, что я им пользуюсь. В кармане хорошо помещается там, и все нормально. Посмотрим этот, я им тоже попользуюсь, решим, что с ним делать, ребята. Так что как-то так. Ну, если вам понравилось это видео, поставьте лайки, напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Как вы думаете, это вообще безопасный он или небезопасный? Проверить мне его на водопроницаемость или нет? Бросить его в стакан воды или нет? И как-то так. Жду от вас комментариев. Ну, а с вами был, как всегда, Ливан Берчашвили. До скорых встреч, ребят. Пока.